Знаешь чё? Акции Боинга резко упали, и я заработал кучу денег. Охуенно тебе чё. Решил, что раз тут есть и твоя заслуга, куплю тебе подарок. Тачку. О, ты чё, блять? Единственное, цвет только такой был, но тебе же не важно. Нормальное ведро, чё тебе нравится. Фу, блять! Что за хуета? В смысле хуета? Она стоит своих денег. Ладно, я поехал. Если что, звони, может, пригожусь. Куда? Вези меня, чмо. Вот ты сука, а. Так, я не поняла. Я вам поставлю одну звездочку. Ой, ёбаный рот. Спасибо. Ага. Иди нахуй. Здорово, садист 80-го левела. Что молчишь? А я сейчас вам покажу. А, я понял, что походу. Откуда на Беларусь готовилось нападение. Ну ладно. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позиции. 4 позиции, я сейчас покажу карту. Блять, я даже не знаю, что ответить. Вечер охуительных историй. В 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Хуйня, вы, блядь, стрельни придумайте. Давай быстрее. Вот и все. Пиздуй отсюда. Ну, черт с вами. Пиздуй, говорю.
Кто мне звонит? Тише, не матерись. У меня мама, директор мясокомбината. Чё? Знаешь, мне отец вот как говорил. Настоящий мужчина должен сделать в своей жизни три вещи. Завести детей. Уехать в пустыню. Там и сдохнуть. Блять, вот как... Как бы, я не спорю, он несет хуйню, из хуйни нахуя, дохуя нахуярили? Ох. Что за хуйню ты несешь? Ты меня сам попросил, как бы, вот... Я понял, ставлю одну звездочку за поездку. Ладно. Надеюсь, никогда тебя больше не увижу, очкарик ёбаный. Нахуй иди! Я сегодня шел короче по рынку и увидел Бона в майке «Я русский», но я подскочил и резко переебал ему в щи с вертушки и пояснил его криком «Не люблю Зиг Хайль, потому что я угорел по 359». Что-то новенькое. Так завали ебало, я здесь говорю. В смысле, я же и должен был говорить. Я сам собой говорю, у меня 23 личности, ебало офни. Что за гика, блядь? Пацаны живут энергией, молодостью и ебут систему в рот. Только Лос-Сантос 359, только хардкор. Юнити ультра-хардкор мытище. Ёбнутый.
Слушай, давай, трогай шип быстрее, давай. Да ты что-то успокойся, а? Не, срочно спаси меня от жены. А ну-ка сядь. Что там говоришь? Я говорю, видел мою жену там. Она прям лютая. Слушай, ну мне что-то, мне даже страшно смотреть. Надеюсь, она не заметила, как я сел в эту машину. О, хоть музыка вернулась.